мой портрет в стиле пиксель-арт. Как вам? Сделать такую же картину по своему изображению можно с помощью фотоконструктора Мозабрика. Я уже делала черно-белую версию такую, а теперь у них появился долгожданный цветной набор. В него входит 6 цветов кубиков, и еще один дополнительный черный цвет появляется за счет основы. Из-за незаполненных полей создается некий 3D-эффект. Просто берете инструкцию из комплекта, сканируете QR-код и загружаете то, что хотите собрать. Это может быть вообще любое изображение. Хоть персонаж мультфильма, хоть логотип любимого бренда, набор универсален. Использовать ли в сборке 6 цветов или дополнить картину еще и 7-м цветом основы можно выбрать в генераторе при загрузке фотографии. После загрузки на почту приходит схема для сборки фотки, которая укажет, куда нужно устанавливать кубики определенного цвета, чтобы получилась полноценная картина. Каждый цвет имеет собственный значок, из них-то схема и состоит, все просто. А если вдруг вы ошиблись, ничего страшного, можно воспользоваться сепаратором и удалить деталь с полотна, причем для удобства сборки вдвоем инструмента в комплекте тоже два. И самое главное, если картина надоела, ее можно просто разобрать и собрать любое другое изображение. Получается, что Мозабрик бесконечен. Также в коробке вы найдете zip-пакеты для неиспользованных деталей конструктора, стикер-пак с наклейками и рамку, с помощью которой можно очень надежно соединить все 4 части картины. Кстати, размер моего конструктора S 51 на 51 сантиметр, и даже в нем аж 7000 кубиков, а есть еще размер M с 10500 кубиков. Его можно сделать как в вертикальном, так и горизонтальном, и туда поместится даже ваше селфи с другом.